В городском детском доме культуры «Родник» состоялся большой праздник творчества, красоты и любви к родному краю, посвященный памяти преподобного Сергия Радонежского. Шестой творческий конкурс «Дорога храму» показал, что интерес жителей города к этому мероприятию только растет. А ведь в прошлом году организаторы фестиваля хотели сделать его последним, ведь конкурс изначально был приурочен к 700-летию преподобного Сергия. Было очень много звонков со всего района нашего Сергиево-Посадского. И, конечно, по желанию людей мы сделали этот конкурс. И не жалеем об этом. Дом культуры у нас оформлен рисунками, работами. Завтра будет концертная программа. В этом году его участниками стали 876 человек в возрасте от 3 до 85 лет. В стенах Дома культуры были представлены работы участников практически из всех поселений Сергиево-Посадского района, а также Москвы и Московской области. В честь Сергия Радонежского я нарисовала работу «Как он побеждает татаров». И я сделала декоративную работу. Ну, я давно уже птицу нарисовала, год назад. Ну вот, мне пришла идея сделать декоративную работу. Мне она показалась красивой. Жюри фестиваля оценивало работы в трех представленных номинациях – художественная «Дорога к храму», декоративно-прикладная «Своими руками» и фотографическое «Мгновение движения», в каждой из которых присваивались призовые места в четырех возрастных категориях. Преподаватель студии декоративно-прикладного творческого детского дома культуры «Родник» Наталья Хамицевич представила на конкурс помимо работ своих воспитанников и свою композицию. Моя работа – это филин, который выполнен из природного материала. Это тыква наша любимая, вот, вычистили семена, высушили, вот, немножечко подкрасили. Брови у филина выполнены из айвы, из японской зерна японской айвы. Немного пшена добавлено, чай перемолотый, немного еловые стружки, тоже перемолотые. И фон у него выполнен из кожи, несколько старых сумок. Учитывая большое количество работ высокого уровня, членам жюри пришлось делить места и присуждать дополнительные номинации. По итогам первого художественного этапа конкурса было присуждено 11 первых мест, 14 вторых, 13 третьих, 24 дополнительных приза. Нет сомнения, что творческому конкурсу «Дорога храму» предстоит долгая и успешная жизнь. Ирина Самойлова, Наталья Зайцева, Феликс Дорохов. День города.